Киберпреступление – это преступная деятельность, целью которой является неправомерное использование компьютера, компьютерной сети или сетевого устройства. В век стремительного развития цифровых технологий они стали одними из самых распространенных. Их совершают так называемые хакеры. Они любым способом стремятся использовать компьютерную информацию. Под компьютерной информацией понимаются любые сведения, предоставленные в виде электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. Такие сведения могут находиться на флеш-картах, компьютерах, мобильных телефонах и иных устройствах. Здесь прежде всего необходимо установить неправомерность доступа к компьютерной информации, общественно опасные последствия или наличие причинной связи между действиями и наступившими последствиями. Следует иметь в виду, что не образует состава преступления, используя вредоносные программы или информацию лицом на принадлежащем ему компьютерных устройствах, либо согласие собственника компьютерного устройства, не преследующие цели неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Сеть интернет является системой для передачи информации, подчас очень опасной, например, касающейся незаконного оборота и распространения наркотических средств. Ответственность за данный вид преступления, предусмотренная законом, это лишение свободы сроком до 20 лет. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».